давно хотела разобрать Лили Коллинз. Эта девушка смешала в себе наивный типаж и драму. Посмотрите, какая она миниатюрная, хрупкая, и личико у нее компактное. И хоть есть детские черты, но они разбавляются рисковатыми угловатыми линиями. Сочетание милого и агрессивного в одном человеке дает нам типаж дерзкий. Если сильно уйти в романтизм, посмотрите, как сразу она теряется и тускнеет. Ее игривость моментально исчезает. Словно маленькую хрупкую девочку впихнули в массивные тяжелые платья. А вот в нарядах своего типажа она прекрасна. Кто-то скажет фрик, но на самом деле такой яркий эпатаж очень подходит наивному драматику. Все эти милые шляпки удивительно ей подходят. Короткая длина юбки плюс высокие сапоги. Яркие, необычные, крупные элементы в одежде. Интересный крой вещей. Обязательный акцент на талии. Милые детские наивные принты. Поцелуйчики, сердечки, ромбики. Сочные цвета и особенно розовый наивный на Лили смотрится отлично. В данном типаже можно уходить как в более наивные образы, так и в более драматичные. Уходить в черный цвет, добавлять больше резких элементов и кожи. Главное направление ваших образов – игривость и перчинка. Вы всегда будете юны и задорны. Эта милашка, конечно, меня покорила. Я очень люблю Лили и считаю, что в сериале «Эмили в Париже» стилисты прекрасно подчеркнули ее типаж милой, но дерзкой девчонки. Если вы еще не смотрели, то скорей. И напишите в комментариях, кого еще разобрать.